Всем огромный привет! Сегодня приготовим мясные котлетки без лука. Рецепт простой, быстрый, доступный. Если вы не любите лук, то это видео точно для вас. Для приготовления нам понадобится фарш 400 грамм, замоченный в воде и отжатый белый хлеб 150 грамм, молоко 50 миллилитров. Специи можно взять любые на свой вкус, либо ограничиться солью и черным молотым перцем. В чашу блендера выливаем молоко, кладем размоченный в воде и отжатый белый хлеб и превращаем в кашицу. В миску кладем фарш, хлебно-молочную кашицу, любимые специи либо соль и черный перчик. Хорошо все перемешиваем ложкой или рукой. Рукой, конечно, удобнее. Формируем котлетки, у меня получилось 8 штук. И обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до готовности. Я обжаривала котлетки по 8-9 минут с каждой стороны. В конце можно накрыть крышкой, тогда они лучше пропарятся внутри. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!